Есть предательский душ. Так, дорогие друзья, 13 января 2013 года мы находимся в библиотеке, фундаментальной библиотеке Ломоносова. Очень красиво здесь, вот Басаргин. Сейчас вот я трубочку дам. Прошу. Алло, спасибо. Вот. Алло. Ответственно. Это начальник отдела. Отлично. Она бы хотела сойти книгу по направлению. Ну, нет. Но мы граждане Российской Федерации. Вы знаете, нас интересует направление хроногенетики, которая была раньше в Советском Союзе, исследовательское направление, а сейчас о ней ничего не известно. Вот все, что касается этого. Мы выходили, заходили по локальной сети из других библиотек, там никто ничего не спит, он не может заметить, рассказать. Ну, я лично не был, но были специалисты из других библиотек. Например, а? Ну, ничего не нашли. Ну, то есть вот так вот коротко вы заявляете, что у вас нет литературы. То есть, а можно посмотреть еще раз? Вот. Ну да. Я, может быть, в интернете есть активный доступ. Как проверить? Каталог где находится? Хорошо. Спасибо. Добро. Добро. Ага. Пойдем. Нас пригласили. Нам надо раздеться. Да, гардероб, пожалуйста, прошу, да. Спасибо большое. Большой проем направо. Зачем? Мы не в читальный зал сейчас. Где мы находимся? Фундаментальная библиотека. Давайте мы начнем не так. Давайте мы договоримся с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, с Новым годом вас. Спасибо. Старым. Здоровья, всего хорошего. Значит, смотрите. Мы не будем Если вы там чего-то не найдете, она бесплатно рассчитывает.
запись в срочной библиотеке, по вопросам мы запишем без вопросов. Запись у нас платная. Это значит, вы будете платить за читательский билет 50 рублей, плюс 50 рублей каждый день посещения читателя. Если вы не имеете отношения к науке... Ну, как наука у нас на официальном кризисе закрыта. Поэтому... Ну, в официальном кризисе понятно, но тем не менее сотрудников Академии наук еще не понятно. Поэтому если у вас будет удостоверение, что вы из Академии наук, или вы преподаватель музея, или вы сотрудник музея, или сотрудник библиотеки, если вы предоставите нам эти документы, мы возьмем с вас 50 рублей за читательский билет, предоставим возможность прочитать литературу, которой нет в Российской государственной библиотеке или в другой публичной библиотеке. Кстати, я думаю, что вы должны начать с Российской государственной библиотеки, вы уже ленинки, это просто обязательно, если вы такую покупку ищете, вам это нужно, я думаю, что это самый оптимальный вариант. Но вам также еще можем помочь, сейчас одну секундочку, подождите, пожалуйста, хорошо? Вам может еще помочь государственная публичная научно-техническая. Очень хорошая библиотека, очень серьезно развита с точки зрения того, что у нее очень, если нет в фонде, то у нее очень много связей за рубежом. То есть она может вам достать какие-то, например, статьи за рубежом. За деньги, конечно, к сожалению, не фонда. Давайте так начнем. А сегодня мы здесь ничего нет, к сожалению, как? Нужен билет читательский, нужно письмо куда-то с места учебы или работы. Я так понимаю, не можете поставить такие документы. Значит так, вы едете в Ленин, записываете, максимально отрабатываете то, что вас интересует. Если вы там чего-то не находите, письмо ходатайство с учебы или работы, приезжайте к нам. То есть мы можем оформить ходатайство от общественной организации, да? Ну, так или иначе, от какой-нибудь организации, да, к которой вы относитесь. А на имя? Какой? Индивидуальный предприниматель? Индивидуальный предприниматель его устроит такое? Ну, пожалуйста. За подписью вашего заместителя. А без образования иногда, юридического лица? Как это? Генеральный директор у нас так иногда шутит. Смотрите, ситуация может какая. Мы самостоятельно занимаемся исследовательской деятельностью. Мы ни на кого не наработаем. И мы можем написать бумагу, только вот я от него, то есть на него, он на меня. И подписать свою подпись. Вы просто между собой общаетесь. Да. Понятно. Но тогда вы лучше все равно в любом случае начать с ленинки. Просто в ленинке есть практически все. Да, спасибо. Крайне редко нет того, чего есть у нас. Очень редко. Угу. Ну, по крайней мере, за последние годы у нас нет редкой литературы. То есть бывает такое, что редкая литература, именно редкая литература с точки зрения там, позапрошлого века, да, то у них такого нет, а у нас есть, потому что у нас очень серьезно делают книги. А вот все современное они получают три обязательно, поэтому они первые в списке. Но обязательно контракт. У них есть все. А потом уже идем мы какие-то там делать. Спасибо. Олег. Олег. Ну, завершай сюжет, скажи. В Ленинку. В Ленинку? Ну, не сегодня. Какую книгу мы искали? Мы ищем следы исследовательского направления, которое было в Советском Союзе, хроногенетика. Вот целое-целое научное исследовательское направление, которое исчезло. Хроногенетика. Да. Угу. Да. Сколько людей сюда посещает это помещение? Дворец. Дворец. А сколько таких по всей стране? Пошли раздеваться. Чего? Они в гардероб ходили, одежду сдавали. Прямо перерыв. Что там, Олег? Туалет. Туалет. Пошли.
Что ты говоришь, там начальник, директор библиотеки, что? Да уже все переполошились, кто такие пришли, что-то... Пришли записаться в библиотеку, понимаешь, они ошалели, не приходят сюда люди, ну, со стороны, только МГУ, типа, и предсостав. Понимаешь, огромнейшее помещение, огромная библиотека. А как вот так вот? Я гражданин Российской Федерации, не имею права зайти вот в библиотеку и посмотреть какие-то приколы. Ну, что-то здесь не доделал, мне кажется. Если каждый будет ходить, что же это будет? Порядку не будет. И электронного нет, понимаешь? Нам все втирают, что там про электронные документальные системы. Да, каталог. Да. Зашли бы сейчас сразу в каталог, посмотрели бы. Они, нет, не нету. Не... Представляешь, сколько бабла сюда ввалено, понимаешь? И нету одного компьютера за штуку баксов, где лежит информация. Вот так вот, дорогие друзья. Стоп, снято? Да не, все, стоп.